Доброго времени суток всем подписчикам, ну или кто зашел на канал, смотрит. Был задан вопрос, как добиться максимальной чувствительности от металлоискателя Метис П, пират, на основе пирата. Как сказать так, выжать из него максимальную чувствительность. Сейчас я вам покажу. Так, но предупрежу, что на этом режиме у него более нестабильная работа будет. Так что выбирайте сами. Либо максимальная чувствительность, либо нормальная работа, но чувствительность поменьше. Настраиваем металлоискатель. Так же, как я вам показывал. Откручиваем крышечку. Аккуратно. Так, это у нас модифицированный с литиево-ионной батарейкой внутри. Вот. Это пробный аккумулятор. Я на нем тестирую. Ну что, включаем пират Метис. Все включили. Вот он загрузился, потух. Все. Так, чтобы добиться нам максимальной чувствительности, так, чтобы видно было. Крутим вот этот регулятор до загорания. Вот он сейчас еле-еле светится. Видно вам, да? То есть, вот сейчас он... Ну, в принципе, он до этого был настроен. Я вам покажу, как его настроить. То есть, с нуля. Вот, все, он потух. Все, вот он видит металл. Но, чтобы добиться от него максимальной, так сказать, отдачи, медленно вращаем вот этот регулятор. И чтобы он еле-еле загорелся, этот светодиод. Еле-еле. Вот сейчас мы найдем. Вот, видите, два загорелись. Так, и потихоньку, очень-очень плавно, очень потихонечку чуть. А то это не мясорубка, потихонечку крутим. Вот, видите, гаснет, 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 гаснет. Все, вот он немножко горит. Это вот и есть максимальная чувствительность. Все, сейчас я линеечку поставлю. Так. Все. Так, видно там, что он горит. Так, давайте я его соберу, наверное, сейчас. Так, сюда. Это тоже сюда. Все, собрали, чуть-чуть подтянули, все, хорош. Так, все, он у нас настроен, металлоискатель. Сейчас я приклею сюда линеечку, вот так поставлю. Так, вот если видно будет, на пластилин сейчас приклею, чтобы прямо стоял. Все, вот он стоит у нас. Все, смотрим на пятачок. То есть вот это 10, вот это 20. Смотрим реакцию на 5 копеек СССР. Пожалуйста. То есть опускаем. Вот видно уже, да? Он начинает загораться. То есть это где-то 14 сантиметров. 14 сантиметров, все, пошла реакция. Вот 14, даже около 15 сантиметров уже начинается реакция. То есть вот из него можно выжать немножко побольше. Вот шурует балет маленький гаечка. Так, вот колечко среднее золотое. То есть вот уже где-то на... Блин, как показать-то? То есть где-то 11-12 сантиметров уже начинает он его видеть. Так что вот никакого секрета, ничего нет. Если хотите, можете так его настроить. Но в таком состоянии он может тут мельтешить начинать, там реагировать на всякие... То, что он на пороге, прям на максимальном пороге. Я когда настраиваю его,
загорелся диод один первый, и назад чуть-чуть возвращаю. Все, тогда он стабильно работает, все показывает. Ну, смотрите, решать вам либо стабильность, либо чувствительность. Всего доброго, до свидания.